А почему ты не загвоздил? Ты не пригвоздил, ты просто не попал, потому что я тонкий. У тебя это руки из жопы. Ты сам, у тебя руки из задницы. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фонтан, Серега, Бульбазавр и Миша, Муф. Всем приветики, омлетики. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем Гаррис Мод, и у нас очень классная рубрика «Аниматроники гоняются за нами». И так как Фонтан давно с нами не играл и хочет поиграть за аниматроника, и мы его немножко будем троллить, будет за нами гоняться. Если тебе опять и кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Пацаны, кого он убивает, тоже берет аниматроника, чтобы было все по-честному. 3, 2, 1, убийца начал убивать. Ну давай. Лифт для девочек. Я слышу, как он поднимается к вам, пацаны. Пацаны, вы на лифте. На лифте? Да, он к вам поднимается. Он уехал на лифте. Че ты мне тут врешь, а? Да серьезно, слышу, как он зашел в лифт и поехал. Серьезно? А так, где ступеньки? Покажите, я реально не могу найти, я как лошара бегаю. А можно идти? Осторожно, осторожно. А, блин, не очевидно. Поищу вас по комнатам сейчас. Кстати, да, я в комнате прячусь от тебя. Кстати, мы сегодня будем максимально сильно троллить Фонтана. Он провинился. Штрафная серия, где он должен целую серию нас искать и никого не убить. Потому что миллион лет с нами не записывают. Да. Кстати, кто первый умрет от Фонтана, тот лох. И Дима первый умирает. Да не, ну Серега. Моу. О, не он. О, ну пацаны, вы что? Ну чё вы такие? Блин, ну средня классно. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И каждый, кто хочет, может с нами записать. Заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. И мы будем с вами общаться, веселиться, стримить и играть в Гаррис Мод. Не только Гаррис Мод, я играю в Roblox, SCP Secret Laboratory, GTA 5. Кстати, Серега, знаешь, что произошло сегодня? Да. Я хотел постримить GTA 5, но так как я антивирусник запустил, прочистил компьютер. И сказал ему удалить ненужные программы. И он говорит, ты опять посчитал ненужной программой. Подлец. Потому что ты ее давно не запускал. Да, да. Только 4 месяца не запускал. Прости, не уверен, я не хотел. Я думал, что это другой какой-то. Блин, я тебя даже не знаю, куда мне идти. Очень стрёмно. Секретная мысль. Так, Серега, я взял бочку летающую. Буду летать смотреть, где кто. Серега, ты... Серега! Все, ты проиграл! Да, я сдох, как девочка. Ну блин, ну Серега, ну нельзя было проигрывать же, что. Хана. А я ж буду долго прятаться очень. Ну тебе хана, тебе смысл. А знаешь, где я? Я в одной из комнат, где открыто окно без штор. Ты знаешь, сколько таких комнат? Так я в этом специально. Я специально говорю, что в тени найти было. А ты опять это дезинформируешь меня. Нет, да, нет, да? Я не буду так делать. Я зачем делать так? Ты берешь и это по крысичам сидишь где-нибудь. Я ж найду тебя. Ну взял сколько комнат? Взял сколько вам надо сейчас? Даже если вы все одновременно начнете шерстить весь отель, вас уйдет, ну, минуты 3-4, наверное, чтобы меня найти. Потому что комнат... А, кстати, если вам будет тяжело, я скажу вам этаж. Бегите, глупцы, да, Димас такой? Не, я просто реально скажу этаж, и все, и вопрос решен. А что будет, если... Пока не надо, не... надо, да? Хорошо, все, все, все. А что будет, если мы всех съедим? Ну это точно не второй этаж, ребята, точно, это уже первый, либо третий. Ты чё офигел бочкой кидать, Димас? Наверное, это я зря сказал, потому что сейчас Димас перебежит. Просто ты получишь. Не, я не буду, я бочку взял, я летаю. У меня нет смысла бегать, если я сейчас начну бегать, вы можете услышать мои шаги. Тем самым вы у меня... Найдете и убьете. Я хочу максимально долго выживать, и у вас, ребят, не получится меня Диму в убить. Мало нету кабаку. Вот я, мальчик. Нельзя мне верить никогда. Ах ты, блин! Ёкало мене какало. Все, всех, кого не нашли? Мишку не нашли еще. Не, я нашел, я его сожрал. Короче, ребята, следующий раунд.
фонтан теперь берет аниматроника, любого, которого он хочет. Но теперь мы берем оружие, и он выживает. Так, возьму по... Ну, я буду... Вы готовы, пацаны? А любое оружие, любое? Кроме базук и бомб, и красный гранат, и шаров АР-2. Можно. Короче, все оружие перечислил. Ничего нельзя. Короче, с закрытыми глазами выберу пропак. Вот, вот. Отлично. Фонтан, ты можешь с любого пилпака теперь брать, которого ты хочешь, аниматроника. Кроме Эннарда. У меня и Рорка. У меня тоже, эх, да. Возьми, давай другого, потому что это, видимо, недоделанные аниматроники. У меня так и написалось. Из этого пока они все недоделаны. Да? Все, давай другой. О, 25 тысяч. Отлично. Ну что, мы тебе даем 30 секунд для того, чтобы ты убежал. Нифига себе, он убежал. Он просто улетел. На лифте, на лифте. А лифт можно на любом этаже остановить или как там? Да. Не, имеется в виду только если там. А куда вы побежали? Стойте, еще время не прошло. Точно. Так нечестно. Дайте ему фуру. Смотри, я буду кулаками его мочить. Хорошо. 5, 4, 3, 2, 1. А ты можешь убивать только когда в притирку мы подходим к тебе. А, то есть близко. То есть близко получается. Только да, в притирку, на расстоянии нельзя. Пацаны, можете кто-то из вас взять пригвождатель? О, пригвождатель, точно. Да, берите, берите. Блин, он теперь заныкался очень хорошо. Нам будет очень долго его искать придется. Дима. Он в нычке. А тут нычка есть? Да, иди сюда, Дим. За мной, я сзади тебя. А, идем. Блин, ступеньки рахитно сделали, очень рахитно. Ничего не вижу. Я его закрепил. Офигеть, а я не знал за нычку. Я? Да я не хотел, Серега. Он не захватывается, я сам попал. Тварь, ты же не на расстоянии убил, ты не в притирку был, я же видел. Я не на расстоянии был. Привет. Ты был в притирку, хочешь сказать? Вот пацаны. Это? Ребята, отойдите от меня, я с монтировкой бешеный. Давай. Так, перестрелка. Хорошо, по наушникам вот тут где-то. Во-во-во. Да ты задрал, тварина! Блин, ребята, мне нравится. Офигенная карта, очень классно сделана. Так, давайте в нычке. Я убил его монтировкой, Дима. Ну, Серега, это же честно. Честно. Предлагаю другого аниматора. Теперь давайте я буду выживать, потому что что за серия, где я не выживаю? Ну, такой я буду как огрызаться не сильно. На эту из патрули, на этого не работают, походу. Все, битва началась. Началась? А ты на кого там? Он невидимки будет нас мочить, ребят. Не, я буду только мочить тогда, когда вы будете поодиночке и в притирку. Давай иди, меня... Иди. О, я тебя видел, какашка ты. А ну иди сюда. Не умею. Конченый! Я видел тебя, Дима. А я вот такое возьму. Серега, давай я тебя внизу жду, там где вот круг. Ну я вот и внизу. Я вот бегаю как псих. Ну давай, ну а что ты не можешь убить? А ты выйди из невидимости. Я из невидимости. Ах ты тварь, подожгла меня. Где он? Ай. Сверху. Поджигай его. Это в лазерном мечу. Так, ребята. Он убежал. Я убежал. Я хочу с вами повоевать так по красоте. Офигеть, что за мясо. А где? На каком-то этаже, на каком-то? Я? На втором. А, на втором? Да. Да Дима дезинформирует. Ну, Серега, зачем ты говоришь? Да потому что я знаю, что ты хитрый жопу сейчас. Ладно. Убил в притирку. Где фонтан? Ты где был? Меня убили. Убил, в притирку поодиночке, ребята. Все, я с невидимости вышел, теперь только так. А почему ты за... Ты не пригвоздил, ты просто не попал, потому что я тонкий. У тебя это руки из жопы. Ты сам, у тебя руки из жопы. Ребята, это круто, это очень круто. Ну нету на первом. На первом, кажется, на первом. Ну его нету, я вот. Отлично, ребята, я сегодня вообще шикардосик. Короче, придется... Я тебя вижу, убийца. Маньячелло. Это сильно примитивно, давай лучше.
Лучше оружие мощное берите, чем это в ней. Я вас невидимости вижу. Дурак, что ли? Ты чё, базука, не умеешь пользоваться и хочешь меня убить? А, ну если я, если могу... Всё, выхожу на поле, пацаны. Выхожу на поле. Давай, кто тут против меня? Иди сюда. Опа, опа. Ботеровка, фигачите все его. А где ботеровка эта? Это Гордон Секрет. У Ани, это Антана убили. Я думал, это Диму замочили. Опять в невидимость ушел какашка. Вот это норм оружие. Сейчас, сейчас, сейчас мы поймаем этого челепиздрика, ребята. Вы не бойтесь. Сейчас все будет. Серега, давай я тебя сейчас конкретно выслежу, и ты должен достойно давай умереть. Нет, ты меня не убьешь. Ой, извиняюсь, Фонтан, обстоятельства. Дурак, что ли? Ну, Серега, это же нельзя так делать. Обстоятельства, Дима. Ой, извиняюсь. Я на лифте поехал на 4-й этаж. Да хоть, да ты врешь, да? Ну, посмотришь на записи. На мостике стоишь, наверное. Фонтан, извини, извини, пожалуйста, Фонтан, обстоятельства. Я увидел только что маньяка. Меня, наверное, да? Я где ты? Ты же дурак, что ли? Ну, базар, где он? Ну, базар. На третьем. Серега, а теперь должен ты умереть. Нет. Что за крики? Это Серега, ты готов достойно вообще умереть? Ну, давай, найди меня сначала. Серега, не хочу. Ну пусть меня найдет сначала. Обстоятельства. Что-то с базукой странно, что такое? С бомбой не то, она как-то странно левитирует на этой карте. Дима, я жду тебя в лифте. А я тебя жду на улице вот тут вот. Нет, а я жду тебя в лифте. Ну тогда ты должен умереть тогда. Я успел Димаса убить. Кстати, да, да как? Какую долю секунды? Ты что, мы одновременно нажали? Да. Если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.